2 миллиона рублей на этот год и 10 на следующий. Такую сумму из бюджета города выделили на капитальный ремонт стадиона школы 12, где планируют заменить резиновое покрытие. Согласно новой корректировке бюджета, муниципальная программа образования увеличена на 16,5 миллионов рублей. А вот программу обеспечения населения города Саров доступным и комфортным жильем уменьшили почти на миллион. Увеличены бюджетное ассигнование на объект инженерной транспортной инфраструктуры для многодетных по улице Западная для оплаты достоверной сметной стоимости средств предусмотрены. И уменьшено бюджетное ассигнование за счет субвенции 1 599 003 для граждан в соответствии с законом о ветеранах. Около 52 миллионов направят на реализацию программы «Городское хозяйство и транспортная система города». В частности, около 600 тысяч пойдет на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов. На уничтожение борщевика на территориях общего пользования потратят 250 тысяч. Порядка 50 миллионов направят на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 4 миллиона 900 тысяч рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с тем, что зимние работы, предусмотренные на вторую половину года, выбраны в первом квартале текущего года. По той же причине увеличены средства в размере 2 миллиона 800 на содержание внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий. На капремонт кровли клуба «Чайка» центра внешкольной работы планируют потратить из бюджета города около 5 миллионов рублей. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.